Ушел из жизни писатель Сергей Буханцев. Об этом на своей странице в соцсетях написал писатель и общественник Григорий Спичак. Сергей Буханцев был известен своими эпатажными произведениями, яркими протестными выступлениями. Но еще больше он запомнился своим громким заявлением о родстве с известной американской киноактрисой русского происхождения Милой Йовович. Об этом он не раз заявлял на федеральных каналах. Я Сергей Буханцев. Родственник Милы Йовович. Мила, я еду к тебе в Америку. Сергей Буханцев даже устанавливал родство с актрисой. Несколько раз писал ей письма, но все тщетно. Буханцев отмечал общие с актрисой внешние черты лица и рассказывал об их с Милой общем родственнике деде Михаиле Логинове.